Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе, и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Очень плохое настроение, потому что отключение света из-за того, что уничтожается украинская инфраструктура, то все украинское просто уничтожается. Если каким-то ватникам не нравится, что я говорю об этом у себя на YouTube-канале, типа ты пришел сюда послушать какие-то игровые новости, я могу тебе показать на дверь, на которой написано «Иди». И все, да, можешь пройти туда. Я не могу выражаться, как бы мне хотелось, потому что YouTube это очень жесткая платформа, которой ей главное рубить бабло. И тут надо очень тщательно выбирать слова, запикивать, замыливать, вырезать. То, сори, не могу сказать, что я у вас думаю по-настоящему. Так, давайте продолжим. Вот даже сейчас сижу, я не знаю, отключат свет, потому что там графики такие. 26 июня. Обновлены некоторые элементы активности рейда клана «Убежище королевы». Это, короче, клановое мероприятие, где собираются кланы, там рейтинг серверов. Одна категория от 1 до 15 и вторая категория от 16 до 30 места в рейтинге кланов. «Убежище ослабленной королевы», «Убежище королевы». Там и темы, да, дается время. Вот, вы там... Борцовская линия из пяти мужчин. Это так здорово. И все такие молодцы. Вообще-то нет, но зато конкуренция. Не противьтесь. Что бы это ни было, не противьтесь. Ладно, я могу вас спасти. Нас пятеро парней, мы боремся по понедельникам. Запускается храм Зепара. Можете видеть распределение серверов на эту неделю. Начинается 12-й сезон катакомбы отступников. Начинается 9-й сезон войны кланов. Переобразованы награды. Давай хотя бы на ветеран посмотрим. Это война кланов. Карты класса высшего качества. Кристаллы души. Чистый эликсир. Сундук клана со знаками. Карта роскошного артефакта. Видно, добавили артефакты. Добавлены классы с преображением. Добавлены редкие временные коллекции предметов. Также писемка. 15 тысяч виталки. И в самом писемке расходка. Это зелье развития 10%. Магические фрагменты. Новое измерение 20 штук. Добавляется вот такой вот интересный сезонный пропуск. Будет до 10-го, еще 14 дней. Ежедневно мы лутаем по 3 флажка. Активация сезонного пропуска премиум 30 миллионов адена. Очень неплохая расходка. Карты высшего. Также вот эти флажки, которые мы создаем. Наверное, в первую очередь карты артефакта. Мы по одному разу можем создать. Вот такой бонус за реальную валюту. Карты артефакта очень жирно. По одному разу 100% артефакт редкий. Дальше тоже за реал. Алмазы, расходка и карты Бласвенная Святая Вода. Будет тоже за реал. Картами мастером. Реликвии, алмазы. Это уже за алмазы. Вот карта артефакта. Если мы скупаем 4 панка, создаем карту артефакта и в самих паках. Карты артефакты королевства. Ну, расходочка. Карты обычные мастером. Обычным паком. Трехэтапные паки, если скупаем 4 пака дополнительно. Одна карта мастера на выбор 11 раз. И купончик они стали ложить уже в каждый пак, где мы можем создать бижу там с минимальным шансом или карты мастером. Вот такой интересный свиток добавляется. Что это? Позволяет получить тайный рецепт ремесленника. Создавать предметы можно у кузнеца в любом городе. В самих паках расходка, чистый эликсир, реликвия энергии, зелье пробуждения. Но всегда, чтобы донатеры не плакали, все им нравилось. Такой вот настойка, это как баф. И за баф мы можем создавать различные предметы. Такой сундук 7% мифической книгой на выбор. Ну, вы сами видите, сколько нужно докупить настоечек. Так, книги наследника. Мой зелье восстановления 10%, шанс двойного урона 3%, сопротивление двойному урону плюс 3%, абсолютное уклонение 1%, абсолютная точность плюс 3%, игнорирование сопротивления урона плюс 3%, увеличение шанс блокировки умений, игнорирование сопротивления урона плюс 3%, увеличивает шанс блокировки умений, увеличивает шанс блокировки урона. Так, у нас идет со снаряжением. Вот мы можем попытать удачу 1%. Но это так себе, конечно, паки. На этом вроде бы все. Ну, видишь, продолжаем играть. Крутим алхимочку. Цены демпятся быстрее, чем я нормально выкручу. То если я что-то пропустил, пиши в комментариях. Общайся. Я здесь, а все хейтеры идите лесом. Все, всем пока.